Привет! Сегодня решила вам рассказать, немного с вами поделиться своим впечатлением про новые 4 аромата из новой восточной серии компании Faberlic. Я заказала все 4 пробника, попробовала ароматы, поносила их на себе и решила с вами тоже поделиться, вдруг кому-нибудь нужно будет или будет интересно. Поехали, начнем с первого аромата. Это у нас вот такой вот аромат Сахара. Такой вот очень интересный аромат. Роза, гранат и какое-то там дерево. Скажу, что сразу очень прям отчетливо вырисовывается роза. Прям такая роза-роза аромат. Первым делом сразу чувствуешь розу, такое розовое варенье. Прям розочка-розочка. Если любители вот именно таких цветочных ароматов, именно вот такой вот розочки, она прям очень хорошо вырисовывается и прям сразу. То есть не нужно, чтобы он там... где-то что-то, это не отголоски, прям такой центральный, основная центральная нота именно розы. Я не любитель таких ароматов, поэтому мне этот аромат не подойдет, не очень мой. Второй это у нас вот такой вот в зелененькой упаковочке. Название, если честно, я не вникала в них, как они тут называются. Как-то они называются. Второй у нас будет вот этот вот зелененький. Он, значит, основные ноты здесь марокканский апельсин. Он и вырисовывается прям такой центральненький, цитрусовенький, свеженький. Жасмин, самбак и ваниль. Вот, ваниль я не почувствовала. Может, я, конечно, плохо чувствую, но... ваниль как-то, ну, по крайней мере, он не центральный, не прям такой приторно насыщенный. Он может где-то далеко. Вот. Мне аромат в целом понравился. Мне кажется, если он будет выветриваться, будет очень такой свежачок. Свеженький аромат. Мне он очень понравился. Думаю, заказать его как-нибудь потом. Сейчас у меня другие ароматы. Как-нибудь вот уже... к весне, когда уже начнет такое легенькое солнышко, будет, мне кажется, очень актуально. Вот такой очень интересный цитрусовый аромат в зелененьком флакончике. Далее у нас идет вот такой вот фиолетово-сиреневый флакон. Опять же, не знаю, как они тут называются. Тоже женский аромат. Довольно-таки... резкий. Ну, по моим ощущениям, он такой рисковат. А здесь у нас кофе, золотая амбра, пудровые мускусы. Не знаю, почему пудра такая резкая. Может, это где-то отголоски потом пудры, но он сам такой довольно-таки резкий такой аромат. То есть это не легкость какая-то, это не свежесть, это не цитрус, это не цветочки, это не сладкий аромат. Он реально вот такой вот тяжеленький такой. На любителя. Вот. Но мне очень богатый такой аромат. Но такой вот. На любителя, да. Мне тоже он не подойдет. Нет, рисковат. Рисковат. Я люблю более такие легенькие ароматы. Ну, что-то наподобие каори, каори-бамбу. Вот такой вот цитрусовенькое, легенькое. Если это цветочный сладкий, как каори, то пусть он будет таким вот совсем легеньким. Вот. Нет, даже при выветривании он все равно таким тяжеленьким остается. Хотя интересный аромат. Такой насыщенный и богатый, я уже сказала. Вот. Хороший аромат, но на любителя. И четвертый у нас в линейке представлен единственный из этой серии мужской аромат.
Мужской аромат мне понравился. Здесь у нас кардамон, ноты макадамской мяты, нана и деревянные, древесные аккорды. Аромат мне понравился. Очень такой интересный, мужской. Я их называю прям мужской-мужской. Да. Очень хороший такой, знаете, шлейф, когда вот улавливается где-то вот такие вот мужские нотки, такие приятных духов каких-нибудь, да, вот именно вот это вот из этой серии. Вот. Очень приятный аромат. По мне подойдет любому мужчине, особенно после 30. Вот так вот. Мне понравились эти ароматы, в особенности второй, который зелененький, и мужской. Остальные два на любителя. Если вы любитель цветочных ароматов, то вам первый подойдет, розочка вам подойдет. Если вы любите такие очень насыщенные женские ароматы, то вам подойдет сиреневый и фиолетовый флакончик. У компании Faberlic всегда очень много акций, всегда очень много новинок. Так что, если вы еще не в компании и задумываетесь об этом, не знаете, куда обратиться, обращайтесь, помогу с удовольствием. На этом все. Пока-пока!